приходят. Будьте осторожны, а им закручивает гайки. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Ладно, меньше слов, больше драки. Или общий спор. Шлепочки. Что-то новенькое. Остерегайтесь их фокусов. Фокусы — это все, что у них есть против Мстителей. Пока вы будете биться с АИМ, я взломаю их систему и уничтожу данные. Отличная работа, Мстители. Выход находится прямо под вами. Бесплатный тир открыт! Это по мне. Судя по переговорам АИМ, у них возникли затруднения с ответным шагом. Мы сделали все, что было в наших силах. Пора домой. Что в матрицу не послали? Дорогая злая мегакорпорация, прости, что уничтожили твои нелегальные танки. Группа наблюдения засекла передачу огромного массива данных за несколько секунд до подрыва реактора. И что? Они не смогут его никуда отправить. Джарвис об этом позаботился. Передача данных прошла на местный сервер, который заработал, когда мы начали атаку на дуговой реактор. И это боевой мех. Запасной план Моники. Где еще хранить важные данные, как не на огромном передвижном сейфе с пушками? Согласен. Перегрелись. Бейте по ним. Отлично.
нас, пока он восстанавливается. Здесь боковые патрубки, они перегрелись.
в боковые патрубки. Тат ранена! Сердце! Сияющих технодоспехов прибыл. Thank you.
Он готовится топать. Зеленого повалили! Пока идет починка, бейте в глаз. Сейчас помогу! Так лучше! И льется кровь! Идет борьба со злом! Да это же спесь! Вы что, не помните? Ладно! Меньше слов, больше драки! Хорошо. Теперь моим поймем. Их план. Даже запасным. Вот именно. Мы сделали все, что смогли. Дам приказ отступать. В этот раз по-настоящему. Я тоже. Отлично. Схватка с их боевиками, спасение нелюдей. Вот это продуктивный день. Верно сказано, командор. Еще раз всем спасибо.